Дорогие друзья, сегодня, 9 мая 2021 года, мы, Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Вандыхай, с борта Международной космической станции шлем всем жителям планеты Земля праздничный привет по случаю Дня Великой Победы. В этот день, 76 лет назад, закончилась Великая Отечественная война. Этот день по праву считается одним из главных событий 20 века, определивших будущее мирное развитие человеческой цивилизации. Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна. Мы все живущие и работающие на борту Международной космической станции, объединены одной общей целью – мирное стремление к открытиям и исследованиям на благо всего человечества. МКС – это блестящий исторический пример международного сотрудничества, и для нас честь быть жителями этой исследовательской лаборатории мирового уровня. От всей души поздравляем планету Земля с Днем Великой Победы. Желаем вам и всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости. С праздником!